Добро пожаловать на заключительную серию прохождения игры Doom. Сегодня нам с вами предстоят последние 4 уровня последнего 4-го эпизода. И конкретно вот этот вот уровень, на самом деле, достаточно простой по сравнению с тем, что было до этого, и с тем, что будет после. Так, ага, помидор. Отсюда не достать. Давай, Димон, так вот, так. Кусай давай. Так как демон это слишком скучное имя для демона, тогда я буду называть его на французский манер. Димон. Я, кстати, не посмотрел, пофиксил ли я сообщение при взятии ключа черепа красного. Барон. По-моему, конкретно вот эта жидкость, это не лава, а кипящая кровь. По крайней мере, потому что лава встречается на следующем уровне, и там она выглядит по-другому. Так, так, так. Раз, так, так, кружки, так, так. Что интересно, имена персонажей, так и не вошедших в Doom, по причине ненадобности, потом были использованы для
главных героев и боссов игры Rise of the Triad фирмы Apogee. На ней работал дизайнер Том Холл, который вначале принимал участие в разработке Дума, позже ушел, видимо, потому что его наработки не особо хотели использовать. Вот. Поэтому эти имена ушли вместе с ним. Даже попытаюсь вспомнить, какие конкретно, по-моему, Себастьян Крайст, Тарадина Кассат, Вора Лейни. И прочие достойные люди были в изначальном дизайн-документе Дума. Черт, халат кончился. Фигово. Фигово. О, а это хорошо. Так. Зараза. Хочу добраться вон до того БФГ. Зараза. Зараза. Отлично. Помнится, был такой фильм с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном. Называется White Man Can Jump. Белые не умеют прыгать. Судя по всему, к космическим десантникам это относится вдвойне. Для меня лично вот этот вот уровень является самым сложным в эпизоде. Уж больно он замороченный, уж больно тут полно всего. Тут даже кибердемон сучает, если мне склероз не изменяет. Так, вы, ребята, там пока поразвлекайтесь, я тут подожду. Вот это лава. Как видите, она действительно выглядит несколько иначе. Так. Ну что ж. Ах ты скотина. Да уйди ты с дороги, сволочь! Сплошное веселье, да? Кстати, сохранишь-ка я? Это дело полезное, когда спаешь на самые сложные для тебя уровни. По-моему, этот телепорт посылает в разные места, в зависимости от того, с какой стороны у него зайти. Да, действительно.
ошибся. Дурак, сразу нажимать. Ах ты, сволочь, на кнопку. Может, тогда выйдет. Видимо, да, видимо, дурак. Да чтоб тебе в Диснейленде работать. Я не знаю, что... Ах ты, зараза. Ты откуда вообще взялся? Да. Ясно. Ах ты, твою мать. Так-то лучше. Вышла демка нового Дума, но по какой-то непонятной науке причине она, ее можно скачать и поиграть только во время E3. Зачем? Что плохого в демо-версиях? Почему сейчас нет? Вчера он в досужем разговоре мы с товарищем задавались этим вопросом. Веселуха, тут ничего пока что, по крайней мере. А вон в той стороне будет кибердемон. Опять-таки это мне не изменяет склероз, но по идее не должен. Что-что, кибердемона запомнить очень легко. Будет какой-то четвертый раз, когда он появляется за всю игру. А ты-то откуда взялся? Скотина летающая. Осади! Так. Схороняемся. Ну, чтоб меня покрасили. Сканеры опаснее помидоров. Господи, ты там еще что делаешь? Пошел вон оттуда. Ты умный такой, да? Что с троем не ходишь? Так, отъехал. Не опускается. Будем думать. Опаньки.
Музыка нагнетает, по-моему. Не знаю, для меня точно нагнетает. Ох, не нравится мне этот звучок. Ну я же говорил. Открывай Новый год, ёп. Так, ладно, у меня есть красный ключ, значит, что... Чтоб вас всех! Вот что это значит. Так, где это было? До того, как я пошел туда, понятно. Без малейшего понятия к чему. Но в голову мне пришла песня из старого советского фильма «Остров сокровищ». Знаете, вот это вот. Одних убила пуля, других сгубила старость. Йо-хо-хо, веселись как черт. Наверное, потому что я тут чертей пулями гублю, типа того. Вылазь, давай. Вылазь, давай, пошире разевай. Так. Раз так. Так, пушки, так, ах ты скотина. Ах ты сволочь. Это не по-христиански, это вообще не по-христиански, мужик. За свидульки. Не шуми ты так, соседей разбудишь. А что, куда меня занесло? Кто будет посреди ночи, я не знаю. Так. Это уже шоколадно. В хорошем смысле. А это уже в плохом. Ну попробуй, это стоило. На заметку, не ходить в тот телепорт. Дубль 3. Ну и куда ты забрался? Шар, ты чё, дурак? Вспоминается передача Познера авторская. Мой красно-синий с зеленым глазом шар. С белыми рогами. По-моему, она так называлась. Так, да, вот эту стеночку приподнять в магазине. Вылазь.
Ну, тестец. Мне туда не попасть. Ну что ж, с богом. Дубль 4. Наверное, уже мне уже стоит начать все вырезать, да? Или всех. Так, сканеры отъехали первыми. Что, правильно? Хорошо, праведно, православно. Супер. Я уже говорил, что для меня это самый сложный уровень, да? Нет, стоп, правда, говорил. Алло, ты где там? Давай сюда поближе, чё ты там как не родной, право слово. Боишься, что ли? Ну, давай, давай, давай. Потолкуем с тобой как человек со здоровенной летающей хреновиной. Только не вздумай еще и в этот телепорт залететь, а? Твою мать, я забыл про барона. Так, свалился я, потому что слишком уж спешил на ступеньку. Куда ты там полетел? Да, бриший вечерочек. Помнится, в Вульфе 3D единственные враги, которые не были хитсканерами, как раз были враги, которые... Точнее, боссы даже, которые стреляли из ракетомета. И, видимо, на их коде как раз и был... сварганен кибердемон. Так... Главное помнить, нафиг этот телепорт. Вообще, если уж это пошло, то вот отсюда будет самая удобная позиция. Эй, ты, вон вылазь! Да в рот тебе кило печенье! Так. Сохранюсь-ка я сейчас. Вовремя сохранился. Отъехал. Наконец-таки он отъехал.
Тьфу, ты мне показал, что это ракета. Это было жестко, дорогие друзья. Это было жестко. Ах ты ж, ё-моё. Что это сейчас было? Так, нет, некогда выёживаться. Жёлтым ключом? Это вот тут нигде не написано. Точнее, как? Тут жёлтых полосок нету. Благодаря неускорострельности у... Точнее, его скорострельности у огнемета больше шансов вызвать болевой эффект. А благодаря тем, что они так скрылись и подкрались ко мне, у этих имбов был высокий шанс вызвать эффект Батхёрта у меня. Эти даже не телепортировались, а просто возникли. Даже интересно, как это работает. Карта? Карта — это полезная вещь. Ну чё, не... нет? Да вы... да ладно. Хм. А тут жёлтенький нужен. Так, ладно. У нас ещё вот сколько дверей. Вон там барошек гуляет. Ну тут ещё один, господи. Целый баранат, я смотрю. Если мне не изменится для роста, то получится связан с колоннами. Походу нет. Походу он не изменяет. А я вот думаю, улучшить буду своей жизни. Оба-на. Вот он где там появился. Thank you.
Так, не видишь, я с помидором разговариваю. Так, красный ключ. Невидимость. Состояние невидимости. Нет, ты там что забыл? Жаль, туда нельзя гранат. Спасибо. Прикольно. Так, тут тоже желтый. Желтый, это меню. Так, это все, конечно, очень смешно. Я имею в виду, я сейчас чуть живот не надорвал от смеха, а куда идти-то? Так, ну да, у нас вот этот дверь. Центральную залу. Так, ладно, ребят, сразу нафиг. Вы, возможно, сейчас думаете. Интересно, что же ждет нас на последнем уровне? Какой новый замечательный босс? Разочарую вас сразу. Нового босса не будет. Будет тоже чертов паук. Только перед ним в этот раз будет уровень. А не вот так уж сразу выходишь и дерешься. Ну, зарядов из БФГ у меня полно. Хоть бы FG новую фабрику открывай. Любопытно. Так, а вот туда вот как подняться, на бока, я не помню. Склероз. А что же было за желтую дверью? Этого мы так и не узнаем в ходе этого прохождения, дамы и господа. Так, не надо на меня каменную плиту опускать. Это неприятно. Это некрасиво, родной. Только что зомби, кто их всех хоронить-то будет, а? Перессорились. На, тут безжизненных тел, потерявших человеческий облик мужиков, как на среднестатистической российской свадьбе. И всегда на какой-нибудь свадьбе найдется один козел. А
то и не один. Вообще, если рассматривать всех монстров как гостей на свадьбе, то тогда барон Ада — это ее, это брат невесты, либо бывший, скорее брат. Так, розовые демоны — это, не знаю, тамада баян услуги. Кибердемон — это тесть, а паучиха — это теща. По крайней мере, у меня такое видение. Странно, что не использовали заново музыку с E3M8, та называлась «Последняя конфронтация», потому что на тот момент была последней, но что поделать. Ну, возвращаемся туда, где все началось. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые. Господи, прости меня. Невесты полно братьев, я смотрю. Ага. Ага, ганюшки, ага. Ну так нечестно, я уже ожидал паука. На-на-на-на-на-на. Ай, ау, ай, ай, ай. Да давай уж сразу тогда сиди. Э, алло. Полезный. Как бы... Ну все, я напрямую с БФГ выстрелил, козлина. А ты мне говоришь, что все это было несерьезно? Ай, два подряд, это зря. Этого я делать не хотел.
открывай. Давай, давай, открывай. И отъехал паука, наверное. А за ним ушел барон, наверное. И открылся нам портал, наверное. Зомби — это просто вот те самые родственники, о которых ты никогда до этой свадьбы не слышал, никогда не слышал после свадьбы. Вот. А черепушки — это дети. Мечутся туда-сюда и кусаются. Чё я несу вообще? Правильно, наберем побольше всего, ну как игра-то кончилась. Ну и вот такой вот мостик ко второй части. Doom 2, Eleanor. Сволочи, они убили Дейзи! За это заплатят. А то впервые видим главного героя в полный рост во всей красе. Какое мужественное лицо. Это, наверное, десантник. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Спасибо за то, что выдержали. Господи, прости, а. Вот я все еще такой же косноязычный. Игра уже кончилась, а я все еще плетаюсь, как будто выпил 3 литра самогона. Всем спасибо, что выдерживали меня в течение столь долгого времени. Я не знаю, буду ли делать еще прохождение, если буду организовывать ли какую-нибудь там голосовалочку. Там видно будет. Посмотрим. Всем спасибо. Пока.